Страна FM и Спорт Экспресс представляют «Стране о спорте». Лайв. Доброе утро, дорогие друзья. Вторник, 10.03, а это значит, что у нас сейчас о спорте целый час будет вестись беседа. Интересно, со всякими разными перипетиями, правильно? Вот я же Пока да, во всех случаях. Ну и, кстати говоря, вы тоже можете активно участвовать, если у вас возникнет желание. 8-909-928-1-89-9, WhatsApp, Viber, SMS. В студии Влад Кутузов. Валерий Майоров. В гостях у нас сегодня, как мы обещали, корреспондент издательского дома «Спорт-экспресс» Филипп Попенков. Филипп, доброе утро, привет. Доброе утро. Спасибо, ждали. Ну, сегодня, как мы уже заявили ранее, в прошлом часе мы анонсировали твое появление. Будем говорить, конечно, о футболе, но и предлагаю начать все-таки, наверное, вот с тех двух матчей, которые были на прошлой неделе. Это со сборной Бразилии и там два дня спустя или три со сборной Франции. Ну да, подготовка к чемпионату мира выходит на финишную прямую у нас, и на самом деле немножко тревожно. Чего в том числе тревожно? И за сборную России, которая вот свои матчи проиграла и выглядела довольно бледно на фоне таких мировых лидеров. А я прошу прощения, а был вообще как бы вариант, что мы возьмем их и выиграем? Мне кажется, ну, мы поиграли, хорошо, товарищеский матч. Ну, все-таки играли дома, на новых стадионах больших, много зрителей собиралось. С мощнейшей поддержкой. Конечно, да, хозяева чемпионата мира, по идее, должны выглядеть здорово. И очень важно сейчас нам выступить хорошо, но надежд после таких матчей немного. Понятно, что это сильные очень команды были против нас. Там в группе у нас на чемпионате мира будут команды попроще. Саудовская Аравия, там Египет и Уругвай. Но народ у нас такой, что всегда ждет только побед, поэтому обстановка вокруг сборной сейчас довольно... Еще кто-то ждет. Грустная. Валерий, вот зря вы так, не боясь этого слова, стебетесь. Конечно, мы ждем, естественно. Я люблю наших сидели спортсменов вообще и наших футболистов. Я люблю. Я всех очень сильно люблю. Я просто к тому, что действительно были очень сильные команды. Мне казалось, ну, тут, чтобы Бразилию обыграли. Ну, не было у нас шансов. Всякое бывает. Да. Филипп, я хотел вот о чем спросить. Скажи, пожалуйста, а вот матчи такого плана, какими были, собственно, вот со сборной Бразилии и со сборной Франции, да, ну, матчи, которые, по сути, ничего не решают, они всегда играются в полную силу. А не было ли вот такой возможности, что приехали там сильные футболисты, там сборная Франции, сборная Бразилии, и как бы так, ну ладно, ребята, у ребят будет чемпионат мира, ребята на своем стадионе, может быть, мы и так вот, ну, там, не на все 100% будем выкладываться, хотя бы там на 95% и немножечко. Да нет, ну это, конечно, ерунда, мне кажется, потому что Бразилия, например, у них огромная конкуренция за попадание в состав. То есть, кто плохо сыграет, того шансы поехать в Россию уже на турнир там, об этом я не подумал, падают. Да. Франция за несколько дней до того, как играла с Россией, проиграла дома Колумбии и выиграла 2-0, проиграла тоже. Там много было критики. Естественно, им нужно было реабилитироваться перед своими болельщиками в матче с Россией. То есть, в этом плане ждать от них какой-то легкой прогулки не стоило. Плюс сейчас действительно у нас много вопросов. Многие задают руководству нашему, которое выбрало таких соперников. Все-таки, с одной стороны, конечно, здорово проверить себя на уровне таких сильных команд, как сказать, да, набраться опыта. Но в то же время именно с психологической точки зрения, может быть, было бы сейчас намного полезнее кого-нибудь попроще обыграть. Все бы вокруг говорили, да, здорово, вот наши наконец-то выиграли, и к чемпионату мира было бы настроение получше. Слушай, сейчас... ну у нас же с хоккеем так же было на Олимпиаде, да? Мы сначала так продули легкой команде, а потом раз и выиграли внезапно. Ну, вот Валерий, я отвечу тебе за Филиппа. У нас с хоккеем, мягко говоря, чуть-чуть не так, как с футболом. Нормально все да, будет, да. Давайте прервемся, друзья, вернемся к вам совсем скоро, буквально через несколько минут. И на Марсе будут яблони цвести, и мы в футболе будем побеждать. Вот такая вот... После этого можно программу практически все прекращать. Нормально, спасибо нормально за внимание. Я хорошо. Ты знаешь, вот эмоциональный настрой, он самый важный. Мне говорят, что у меня очень сильная эмоциональная энергетика. Я могу вот людей вот заразить вот этой вот энергетикой, и все сейчас поверят в наш футбол. Так, к сожалению, не о тебе сегодня. Программа, да, Валерий, да, говорим сегодня про футбол с Филиппом Попенковым. Да, пожалуйста. Вопрос-то. Мы вот сказали, что они проиграли, да? Ну, ай-яй-яй-ой-ой, как же так? А в чем причина? Может быть, там состав какой-то был неудачный, кто-то ножку подвернул, кого-то девушка бросила. Что случилось? Ну да, на самом деле это у нас сейчас настоящая эпидемия травм. Причем важнейшие игроки выпадают вот зимой. Травмы получили два главных защитника наших, Кудряшов, Васин. И нападающий Кокорин, тоже, про которого много говорят. А, кстати, вот про Кокорина вот могу сказать только хорошее. Он молодец, очень вырос над собой за последнее время. Ну, и сразу сломался. И сразу сломался, ну, жаль. Вот. Об этом Валерий кто-то сообщил совсем недавно, да, чего, из когда? Наших гостей. Да год назад мне сообщили. Я вот год назад уже его уважаю очень сильно, как человека и как игрока. Ну, а вот эти спортсмены, которые выбыли, да, временно, это сильно повлияло на состояние сборной? Ну, конечно, да, потому что весь прошлый год... Станислав Черчесов, главный тренер, наигрывал вот состав. Костяк сформировался такой, вот, который уже все говорили. Ну вот, наконец-то мы примерно хотя бы понимаем, кто будет на чемпионате мира играть. Uh-huh. И вот трое из них сломались. И сейчас
потому как наши выглядели в защите именно против Бразилии и Франции, перспективы достаточно печальные. Да и в нападении тоже. В нападении тоже, но вот сейчас Артем Дзюба, такой тоже многострадальный наш, он перешел в тульский Арсенал, намного меньше согласился получать, лишь бы играть, потому что в «Зените» его не выпускали на поле, там с тренером очередной конфликт. Да, человек, которому в последнее время говорят, не менее Кокорин, мне кажется, тоже. Ну да. Четыре матча он за «Арсенал» тульский провел, четыре гола забил, вот сейчас рвется в сборную. На днях сказал, что против Уругвая будем мы когда играть, там есть у них Суарес такой нападающий, Барселоны. Кусачий. Да, вот. Дзюба сказал, что Суареса еще до выхода на поле готов искусать, либо бы его взяли на чемпионат мира. Но это не шутка, Валерий. Он Суарес, да, он реально, он реально на поле покусывает игроков вражеской команды. Мне кажется, это же незаконно. Было уже несколько инцидентов, об этом много говорили. Слушайте, а я вот сейчас подумала, может быть, это какой-то тайный план. Грубо говоря, мы сейчас говорим, что наши сильные игроки, у них там ножка-ручка, ай-яй-яй. А потом говорит, у собачки заболи, у кошечки заболи. И хлоп, 15 июля все выходят в самом сыгранном сильном составе на поле. И для наших соперников сюрприз. И мы все выигрываем. Может такое быть? В Саудовской Аравии в первом матче мы в любом случае должны побеждать. И с теми, кто болеет, и без них. Все решится, конечно, вот второй матч решающий. Потому что все понимают, в Саудовской Аравии мы в любом случае должны выигрывать. Последний матч с Уругваем наоборот. Кто бы не играл, у нас шансов немного, потому что там как раз вот и Суарес, и Кавани, ну, сильная команда, да, конечно, очень, да, мощный состав. С такой защитой, как у нас, тяжело будет. А вот все решится в матче с Египтом. Выиграем, будет все хорошо, выйдем из группы, все скажут, чемпионат мира удался. А, нет, а с Египтом мы играем, пусть Саудовская Аравия, второй, да, матч второй будет, матч, да, как раз. Скорее всего, будет решающий. И еще я прям быстренько, вот смотрите, у нас апрель, май, июнь и пол июля, правильно? За это же время можно восстановиться? Нет, в середине июня уже начало. В середине июня. Нет, вот эти трое игроков, которых мы назвали, уже 99%, что никто из них не сыграет. Слушайте, ну у нас будет еще о чем поговорить, и есть время, мы сейчас прервемся, друзья, и продолжим программу «Стране о спорте» через несколько минут. Вне эфира мы разговаривали о том, что, собственно говоря, долго-долго ждем, пока достроят стадион, и, может быть, целую жизнь еще придется на это потратить, или нет, как вы считаете? Ну, достроить успеют уже, потому что осталось 2 месяца, и деваться некуда, но все равно... 2,5! Полмесяца еще. Проблемы остаются, особенно вот сейчас больше всего разговоров вокруг Самарского стадиона, потому что там должны все стадионы матчи свои первые провести в начале апреля, но в Самаре отложили на конец апреля, пока там трава не выросла, не все доделали. В общем, вопросы есть. Они, наверное, рассаду пока травы, знаете, да, ли, вот на подоконнике вырастут. Филипп, слушай, ну пока далеко от этой темы пока не ушли. Вот для тех, кто не понимает, вы вычисли я как-то наполовину, потому что, ну смотри, осталось 2,5 месяца, да? Почему, ну прям половина? Вот точно. Там полмесяца надо только убирать строительный мусор, мыть все надо, не так считается. Так вот я уже о чем и говорю, подожди. Я говорю, я не понимаю наполовину, а не про строительный мусор. Была комиссия, которая приезжала, и, по-моему, не одна даже, да, все, и все сказали, все нормально. Вообще такое может быть, что вот как бы все уже... Ну, уже нормально. Все, нет, оно они еще не говорили, достроили, что вот у Самары отставание есть. Раньше было отставание у Калининграда серьезное. Там пришлось вообще переделать весь проект. Экстренно там собирали, как из конструктора Лего, стадион там, потому что иначе было не успеть. И, вот, и до сих пор там есть вопросы в Калининграде, потому что вокруг болото, которое никак не могут осушить, песок сыпется, пятно. Представляете, комары все такие подлетают к болельщикам английским, хватит, да, и унесли, залезли. И комары, да, Леры, будут там везде летом, не переживай. Ну, где болото? Слушайте, я вот про Самару еще хотела сказать, я знаю такую историю замечательную. Решили же там возле объектов, чтобы красиво было, какие-то цветы диковинные выращивать. И сделали типа тепличек с натуральным, внимание, стеклом, не поскупились. И, естественно, выпали снега, замерзла ледяная корка, и все это в мелкие брызги рассыпалось, и вот эти клумбы со стеклом до сих пор украшают город. Здорово? Ну, да. Сейчас, да, похожая история, опять же, в Калининграде, вот они, видимо, города побратимы в этом плане, да, что там по дороге, которая идет от аэропорта, там, ну, от центра города к стадиону, на пустыре, где тут стоит, там заброшенные немецкие еще фабрики какие-то, вот, с выбитыми окнами. Да еще древние вот, да? Да, ничего лучше не придумали, как выбитые окна навешать баннерами, там, нарисованы там горшочки с цветами, там, в стиле Прованс. В общем, там. Слушай, ну, получается, вот два таких проблемных места, вот, место, да, это сама и Калининград, да, а ну, в плане вот именно города... инфраструктуры, да. Ну, с другой стороны, есть вопросы там и в других городах в том плане, что будет дальше, после чемпионата мира. Потому, да, что... это, кстати, отдельный разговор. Да, у нас же как обслужить, это все дорого, и энергия, да, там, и дорожки, и там непонятно, и трава, кто будет играть в ряде городов. Подождите, давайте сейчас прервемся, а потом уже прям следующий выход весь полностью посвятим тому, что будет после чемпионата мира по футболу. Да, и не важно, что мы об этом ничего не знаем. Ну, как мы ничего не знаем. Потому мы можем предполагать. Вот я, например, могу предполагать.
Страна ФМ и Спорт-Экспресс представляют «Стране о спорте». Лайф. Ну, не о Провансе мы сегодня разговариваем. Мы разговариваем о нашем российском футболе, чемпионате мира по футболу, который состоится 15 июня 2018 года. Молодец я? Да. Молодец. А вот, я что хотела спросить, а вот действительно, если порассуждать, остаются все эти грандиозные стадионы, огромные на них траты уже произведены, там электричество, вот правильно Влад сказал, там если бассейны... Бассейны нет в стадионах, да, я знаю, не смотри на меня. В некоторых есть. В Казани делали. А, да, нормально, да? А я думала, группа... Место не ошиблась, да, зря остановилась. Так вот, а что с ними потом будет? Потом туда будут дошколята ходить, учиться чему-нибудь? Ну, это большая, может быть, проблема, потому что, например, в таких городах, как Сочи, Саранск, Нижний Новгород, Волгоград, Калининград, Самара пока тоже, в них нет команд высшего уровня, высшей лиги. И, соответственно, полные стадионы там собирать будет очень сложно. Зарабатывать клубы в этих городах тоже особо не умеют. Поэтому это будет, конечно, очень убыточно. И у нас уже государство сказало, что первые 2 года мы будем субсидировать это дело, чтобы поддерживать в хорошем состоянии. А дальше, мол, сами зарабатывайте. А потом понятно, разваливаться все начнет. У всех вряд ли получится. Но в том-то и дело. Есть примеры, например, в ЮАР. В 2010 году был чемпионат мира, и половина примерно стадионов сейчас в запустении, в полном. Там, даже в Португалии в 2004 был чемпионат Европы. Города, там есть город, где не было, нет команды сильной. Все, он абсолютно... Слушай, Филипп, может быть, в таком случае нет смысла как-то сокрушать воздух, да, просто так и по этому поводу расставить. Может быть, это обычная практика вообще? Ну, что делать? Вот проводится чемпионат мира, да, или там чемпионат Европы, или Олимпиада, да, какое-то другое большое спортивное событие. К нему нужно подготовить определенное количество объектов. А что потом будет? Ну... А я знаю, что потом будет. Потом будет приезжать Егор Крид, собирать стадион вот этих вот... И все будет хорошо. А еще, может быть, потом, вот если дошколята будут ходить, будут им еще говорить, а вот вы знаете, детский кружок вместе у нас стоит 15 миллионов, пожалуйста. Ну, дошколята хорошо, но просто 45 тысяч зрителей на них вряд ли соберется. Столько дошколят там нет. Там же главное... Ну, кстати, концерт проводить, как одна из историй. Ну, это сколько раз в год там концерт может проводить? Тем более, это же открытый все-таки стадион. А, знаете, в Блэкстаре очень много артистов, да? Ты что-то не тех людей пиаришь. У нас спортивная программа сейчас, Валерий. Зимой они вряд ли будут это делать. Да, я тоже в этом сомневаюсь. Давай поговорим вот о чем. О билетах. Да. Что там с ними происходит? Билеты. 18 апреля финальный этап продаж стартует. Уже когда в открытую продажу поступают билеты, то есть просто в порядке же очереди. Ну, хороших, наверное, там особо не осталось. Больше 2 миллионов билетов уже продано. А хорошие в смысле дешевые или хорошие в смысле, где хорошо видно? Потому что кому что хорошо. Думаю, хорошие это где-то золотая середина. Вот их уже в основном все, конечно, разобрали. Там просто вот, по-моему, Колесников, да, озвучивал нам цену на билеты и стало аж дурно. Да мы с тобой об этом много раз говорили. Уж тоже, да, прям вот даже, от да. И до, да, да. Где ну, такие нет, деньги взять? В Москве, да, практически уже, наверное, нереально достать какой-то дешевый билет. Плюс много билетов досталось перекупщикам. Я вот тем это занимался, делал даже. Кстати, такой. Вот про перекупщиков опять. Слушай, у нас я вот так сейчас поймался на мысли, вот о чем не начни говорить, сразу хочется сказать, ну это отдельная тема. Перекупщики, ну это отдельная тема. Давайте я вам обещаю, гостиница еще, да. Я в следующем выходе помолчу, чтобы у вас была возможность поговорить по теме. Это «Стране о спорте» на телерадиоканале «Страна ФМ». В гостях у нас корреспондент издательского дома «Спорт-экспресс» Филипп Попенков. И, пожалуй, я на этом замолкаю, а вы давайте вот беседуйте. Да, мы начали говорить вот о тех вещах, которые происходят. Они околофутбольные, получается, да, но тем не менее, самый прямой отношение к чемпионату, потому что гостиницы, и вот ты рассказал нам за эфиром, еще, пожалуйста, расскажи эту историю, она совершенно волшебная, мне кажется, когда да, твой знакомый... билеты, да, сейчас на самом деле еще есть время до чемпионата мира людям подсуетиться, если есть у них уже билеты куплены, можно будет их продать за большие деньги, и если есть возможность давать какое-то жилье в городах, где проходит чемпионат мира, то можно хорошо заработать, потому что спрос большой, гостиниц не во всех городах хватает. Там, условно, в Петербурге с этим нет проблем, а там в Саранске, в Самаре, в Калининграде и в Москве даже люди зарабатывают. Лично у меня даже есть хороший знакомый, который живет в Строгино, написал на сайте, что это совсем рядом со стадионом «Спартака», хотя относительно. И перуанцы, по-моему, у него за 2 недели согласились платить 200 тысяч рублей. Сколько? Обычная 200 тысяч рублей за 2 недели? Сколько? А сколько комнат? Комнат сколько? Двухкомнатная двушка квартира обычная, с хорошим да? ремонтом, но...
Так, я так понимаю, я прошу прощения. Поэтому рубрика... совет, да, москвичам, да, и всем остальным. Филипп, ты даешь хорошие советы. Вредные советы. А это вообще законно? Почему нет? Почему нет? Если есть спрос, то почему нет? А, ну это капитализм, да, я все время... Слушай, я даже не знал, что перуанцы, среди них встречаются такие богатые люди. 200 тысяч за... Слушай, а перуанцев очень много. А те, кто находится вплотную там вот совсем к стадиончику, то есть дорогу перешел, и все. У кого насколько наглости хватит, да, задрать цену? Сейчас я очень жалею, что у меня нет недвижимости рядом. Ну ты, в принципе, и так богатый человек, что тебе обогащаться-то еще? Ну, а вообще, теоретически, всем места хватит на самом? А вообще, с гостиницами у нас очень хорошо, нет? Или не очень хорошо? Ну, очень хорошо. Ну, во всех городах, конечно, построили новые к чемпионату мира. Это обязательство перед FIFA, вот, федерацией. Потому что они контролируют же не только стадионы. Понятно, что и аэропорты во всех городах практически обновили. Гостиницы, дороги. Все это улучшается. В этом плане, конечно, чемпионат мира – это большой плюс. Почему-то, правда, у нас без... Пятого мира не везде это делают. Непонятно почему. Ну, хоть так. Нигде не делают. Ну, да. Ну, хоть так. Такой, большое, да, спасибо. Пинок, да, хороший, да. Так, что я еще хотела сказать? Ты хотела сказать, что жизнь будет веселенькой у нас, начиная там с 14-го, с 15 июня, даже пораньше, наверное, люди начали приезжать. О, я хотела сказать вот, что я знаю. Когда люди будут приезжать, уже на специальных, в специальных кабинках, которые продают билетики в метро, появились специальные таблички «We speak English». Да. Ну да, у нас же теперь объявляют все станции на английском, это тоже... В первую очередь, за чемпионат мира. А иначе. Что там за вот эта вот фишка, что бесплатные билеты? Там бесплатные билеты на поезд, бесплатные билеты в метро. Это... Да, всем болельщикам выдаются у нас паспорта болельщиков, такие специальные документы. О, только... Филипп, извини, да, это важная тема, на самом деле, да, она многих касается, да, mm-hmm, кто будет. Ну, у нас 5 секундочек, чего, Лера? Ну, давайте, давайте опять прервемся. И мы на таком интересном месте остановились. А, да. Что, собственно говоря, чем Москва будет увлекать и завлекать иностранных болельщиков? Что мы им там пообещали из бесплатного? Ну да, Москва и остальные города, да. Ну, отличие главное чемпионата мира этого в том, что паспорта болельщиков должны быть у каждого, кто хочет попасть на стадион. Это такое новшество. Наше Министерство связи придумало, потому что нужна безопасность, понятно, да, увеличение всяких нехороших угроз. Слушай, Филипп, извини, пожалуйста, да, пока далеко не ушли, да. А вот для тех, кто не знает, я уверен, такие люди есть. Паспорт болельщика — это что вот из себя он представляет? Документ. Вообще? Да, ну, это понятно. Документ отдельно, да, без которого на стадион нельзя будет попасть, даже если у тебя есть билет. Там какие-то паспортные данные должны быть, да? Да, да, это вносится в базу специально, ага, да, всех, кто... Это было уже использовано на Кубке Конфедерации вот, в прошлом году. Это же как такой был тестовый турнир. Вот. Ну и опыт признали успешным. На чемпионате мира это тоже будет. А это только для зарубежных гостей? Нет, нет, нет. Для, абсолютно для всех, да? Абсолютно для всех. И для россиян тоже. И у тех, у кого есть паспорт болельщика и билет, можно будет пользоваться бесплатными поездами между городами, в которых будут проходить матчи. То есть специальные поезда. А, вот об этом нам кто-то рассказывал уже, да, об этом я знаю. Да. Слушайте, мне нужен паспорт болельщика. Я просто посмотрела, как в Самару съездить дорого теперь будет летом, и тоже нуждаюсь в этом паспорте. Ну, еще нужен билет. А, это плохо, да. Тебе не дадут никогда паспорт. А билеты уже нормальные не достать. Ты в футболе ничего не понимаешь, поэтому тебе не выдадут просто. Я зато очень хорошо болею, очень эмоционально. Я еще хотела сказать, вот я-то в теме тоже, что бесплатные экскурсии для болельщиков чемпионат мира 2018 в Москве будут, ну, я не знаю, как в других городах Москвы. Точно. Отмечается, что там 6 маршрутов знакомства с городом, что характерно. Экскурсии проследуют мимо крупных музеев и значимых мест, но говорят, что болельщики потом могут туда вернуться, за свои денежки зайти и посмотреть. Скажут, вот Пушкинский музей, хороший музей, идемте мимо. Слушайте, ну будем потихонечку закругляться, в принципе, уже понятно, что будем ждать, конечно, надеяться на нашу победу. У нас еще минуточка. Я, Филипп, вот о чем хотел спросить. У нас же впереди еще 2 игры будет, да, до начала, да, чемпионата? Да, 2 матча. Это в Турции и... С Турцией и с Австрией, да? Да. Там вообще как? Вот ты, как специалист. Ну, в Турции матч должен пройти на новом стадионе «Динамо» в Москве. Еще один, который открывается. На нем матчи «Пятого мира» не пройдут, но... А с Австрией мы у себя играем тоже, шанс. Нет? Или на выезде? Не помнишь, да? С Турцией вот точно помню, что на «Динамо». Ну, что-то мне подсказывает, что Турцию и Австрия... Хотя ты говорил, что Австрии шанс, мы проигрывали есть уже, шанс, да? Есть шанс поднять настроение, да, перед стартом чемпионата. Ну, хотелось бы как-то. Да. Ну, будем верить лучше. Я вот вам говорю, что все будет нормально. Как-то всегда, знаете, о футболе как-то сложнее говорить, чем о хоккее, например, или о фигурном катании как-то. Ну, все равно приятно. Поменьше, да? Ну, конечно, ничего, будем ждать большого спортивного праздника в любом случае. Через 2,5 месяца он практически и начнется. Друзья, у нас в гостях сегодня был корреспондент издательского дома «Спортэкспресс» Филипп Попенков. Филипп, большое тебе спасибо. Спасибо. Приходи к нам еще, будем ждать, рассказывая о футболе не только.